Пауза. Старт. Внимание. Мах! На 24 этаж в полной боевой выкладке. Поочередно с промежутком в 10 секунд поднимаются по маршевой лестнице. Участвуют 13 команд, по три человека в команде со всего края. Это все наши пожарно-спасательные отряды и специализированная пожарно-спасательная часть. Цель учения мы ставим — готовность подразделений к действию в составе звена, тушению пожара на высотных этажах и, конечно же, физическая готовность личного состава подразделений к действиям ликвидации, тушения серьезных пожаров именно в высотных зданиях. Выполнить такую задачу без подготовки крайне сложно. Требуется огромная выносливость и высокий уровень физической подготовки. Вес экипировки до 40 килограммов. Она включает в себя боевую одежду, средства защиты рук, пожарный пояс и карабин, шлем, подшлемник, сапоги, дыхательный аппарат и спасательное устройство. У нас в городе Змеиногорске самое высокое здание, 4 этажа. Поэтому, прикидывая, что вот сейчас забрался на 25-й, значит, могу несколько человек с 4-го этажа дома у себя спокойно эвакуировать. То есть тяжело, конечно, но все решаемо, если есть цель, как говорится, и желание. Победителя определяли по времени выполнения упражнения. Лидер тот, кто быстрее. В общекомандном зачете по наименьшей сумме 3 результатов, показанных представителями подразделения. Молодец, второй год подряд. Лучшим стал Валентин Тактонов, начальник караула 2-й пожарно-спасательной части краевой столицы, показав время 2 минуты 48 секунд. Первое общекомандное место заняла команда 1-го пожарно-спасательного отряда Барнаула. Юлия Щепина, «День с толком».